За новогодним настроением отправляйтесь в Щелковский парк культуры и отдыха. Здесь в домике у воды открылась резиденция Деда Мороза. Анимационная программа с главным волшебником Снегурочкой и сказочными героями стала настоящим подарком для юных щелковцев. Потанцуй, вон так, дружок! Очень интересно. Дети прыгали, скакали, даже моя дочка попрыгала немножко маленькая. Рассказали стихи, получили подарки. Дети все довольны. Спасибо большое за такой праздник. В этом году было принято решение перенести резиденцию из детского городка в Щелковский парк. Больше простора для радости и новогоднего волшебства. Здесь домик гораздо больше по размерам и может вместить в себя больше любителей, скажем так, наших мастер-классов, которые будут проходить в рамках работы резиденции, игровых программ и, конечно же, просто мечтателей, которые хотят встретиться со сказкой, а именно с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Резиденция Деда Мороза будет работать 29-30 декабря и все новогодние праздники с 16 до 18. Мы ждем вас с наступающим Новым годом! Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.